Дрезину я добыл, хотя было и непросто. Крест спрятал ее в облюбованном мутантами храме царя рыбы. Похоже, здесь мостовики приносили саму человеческие жертвоприношения. Хорошо, что возвращаться сюда мне не придется. Теперь пора забрать вагон у бандитов. Всем привет! И у меня сразу вот изначально мучает вопрос, почему не было озвучено «брррр». После жертвоприношения он просто произнес это и пошел дальше хорошо. Эх, ладно, ладно. Он все сказал, погнали дальше. Вот тут он хорошо, что говорит. В игре плохо, что он не говорит. Так, дрезина, где она у меня? Ага, вот туда мне надо подъехать, вот эту сцепку сделать. Скорее всего, так это работает. Я же знаю, как поезда работают. Люблю поезда. Так, а мне вперед нажимать же надо, или как? Сейчас мы вагончик этот прицепим. Разоряем, разоряем Саратовский вокзал. Во, long distance passenger. А, длинный пассажирский поезд, что? Что это было? Так, а куда мне надо ехать? Карта, как там карта работает? М. Текс. Налево мне надо сейчас. Поэтому надо выйти и перевести стрелку, наверное. Нужны бабы. Как я до этого не заметил? А, ну я же сражался. Я сражался и не мог заметить это. Так, где-то здесь цепка должна поменяться. Что-то нету ничего. Или он сам поедет налево? Я оттуда просто приехал, это я помню. Мне нужно туда. Но я не вижу никаких переключателей. Может, не по умолчанию? О! О! Что это за место? О! Почему у них нету патронов? Сейчас у меня фонарик еле светит, да? Или вам, мне кажется? Короче, мне кажется. Так, ладно, попробуем поехать. Куда он? А, он повернул почему-то. Колесо где стоит? Да уйди, шуль. Ну да, колесо сюда пошло. А вот здесь что? Ну, ну вроде как бы да. Что? Что это за пищание было? Ладно, поехали. Видимо, все правильно. Сейчас привезем вагон. Тяжелый вагон, пассажирки нам нужен. Поселим одну Катю туда. И все. Зачем нам больше? Остальные люди будут... А, нет, у нас же еще другие военные тоже. Они не хотят спать на углях. Будут спать на койках, ладно. Эх, машинист. А тут есть чу-чу. Я хочу подудеть. Есть? Чу-чу. Блин, чу-чу нету. Обидно. Надо сейчас приехать к дому, к нашей Авроре. И там лечь спать, что ли? Что это было? А, я фонари включил? Да, это... Стопай, стопай, там какой-то мост. А, ну все верно, он проедет так вот, и налево уйдет. Под ним проезжаем. Блин, тут по воде прям. Меня никто не нападет? Типа я на месте сама бы атаковала бы. Что это? Что это было сейчас? Что за звуки? А, они меня атакуют, они боятся. Не атакуют, точнее. Они боятся. Ну и хорошо, так вам и надо. Бойтесь меня. Бойтесь, не надо, не надо. Не садитесь ко мне в вагон. Я уже сколько раз говорил, как я обращаюсь с людьми, которые без билетов ездят. Обижусь. Хотя бы давайте какие-нибудь компоненты для оружия. Что так ярко-то? Видим тебя. Молодцом. Давай сразу. Молодцом. Караван торговцев прибыл. Молодцом.
Да что это такое? Что это за солнце? Там ничего сзади-то вроде не светит. Так ярко долбит. А что у него за открытки какие-то там? Что-то 1 май какой-то. Не видно. Собачка неплохая стоит. Как мы удачно застряли, смотри-ка что. Проехали развилку, а потом уже застряли. Hello. Подходите, я с вами поговорю. Я в позе сяду такой. А вот и я. Давайте, подходите. Ну, что, никто ничего не будет говорить мне? Не знаю, я бы на их месте подбежал, такой, о, Артём, мы с вами, значит, едем. Что-то никто даже не встречает, как-то обидно. А я в вас сразу увидел потенциал. Дядя Артём, а вы Мишку моего найдете? Ох, хороша! Сразу видно, холили или лелеяли, не то что старушку мою. Кого? Пацана? Интересно, сколько или девочку? Выжмет? Надо будет креста спросить. Хотя какие сейчас прямые, недоразумение одно. Да, так мы в Саратове, все нормально. Но отчаянный он человек, крест, если на такой блохе катается. Ну блин. А на чем ты еще здесь будешь кататься? На больше тут не заработать. На. На. Мишка? Да. Мишка, ты вернулся. Ты просто герой, Мишка. Он герой. Мама! В смысле? Мишка вернулся. А что сказать надо? Ой, молодец. Спасибо, дядя Артём. Большущее. Я думал, скажешь, Мишке молодец, вернулся. Беги. С Мишкой играет. Молодец какой. Слушай, а может быть надо было свет вырубить? Короче, сам вырубишь и милень. Артём, поднимись в рубку, дело есть. Да ща, погоди. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. Это... Я твой должник. Ты? Она. Поднимайся быстрее. Да ща, погоди. Че, нравится Мишка? Он какой-то стрёмный на самом деле. Давай я тебя так вот. Стой, стой на месте. Типа. Можешь взглянуть сюда и улыбнуться хорошо? Опа, типа ты с Мишкой играешь. Молодец какая, все. Давай, давай. Батя ждет. Какой батя? Ну здоров, герой. Да, здорово. Молодцом, справился. Молодцом. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог, все получится. Окей. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады? Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? А, князь? Так что ну, он, наверное, кликуху не зря давали, а? Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. К чему он это сказал? Мне поспать надо. Темно как-то на улице стало. Я чё ржу-то постоянно с словом «молодцом»? У меня сразу возникает ассоциация с фильмом «Хэнко», где он там за тебя распереживался. Всем подряд ходил, говорил «старее, видать». «Молодцом». Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Ну еще бы. Смотри, я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Так. Верстак к твоим услугам. Собрать, собрать, отлично. Давай 4 аптеки, а то что-то тут мало для этой игры этого. Так, это хэндимен. Типа, как его? Золотые руки или что-то типа того, короче, вот все. Это не точный перевод.
такой, типа, своеобразный. На все руки мастер, короче, вот, типа того, наверное, там было. Так, что тут у тебя есть? Что это такое? Обеспечивает неплохую точность. У меня точность поважнее. И урон. Вот это пускай будет. Так, это пускай так. Это прицел. Это такое, да, все верно. Это тоже все норм. Это что? А, это сменить на оружие, что ли? Чё это? Тут, видимо, какое-то дополнительное оружие где-то есть, возможно. Ты вот так поворачиваешь и стреляешь, наверное. Вот это может быть что-то. Все не похоже. Удлиненная версия трубчатого магазина. Да, установить. Вот так давай. Это пускай такое. Во! Герметичная. Она стабильнее, наверное, будет. Ну и все тогда. Так, дробовичок еще. Посмотреть. Так, почистить. Может, еще патроны надо посмотреть. А нахрен мне вот такой прицел сюда на дробовик? Ну, пускай будет, по идее, чего нет-то. Подумаешь. Так, почистить тоже надо. Окей. Это не надо чистить. Вот это почистить. А то там барахтался в грязюке всякой. Все, закрыть. Я запомнил, что там закрыть. Ха-ха, ура. Какой молодец. Так, куда он там что мне направить сказал? Ну что, брат, готов к последнему рывку? Of course. Удачи. И еще раз спасибо тебе. Сидим? Спасибо вам, спасибо. Вы ну а как я мог по-другому? Что это для нас значит? Мишка? Мы ведь ладно. На этом вагоне год назад сюда. Столько всего потом произошло. На этом вагоне? Ну ладно, все. А, мне поспать-то надо. Где кровать? Слышь, где тут поспать-то а можно? Если хочешь изменить что-то. Это не-не-не-не. Или оружие, верстак твоим услугам. Где кровать? Я не хочу днем выходить. Ой, ночью выходить. Пришел отдохнуть. Хорошо. Да, где? Но долго не задерживайся. Где? Куда? В порту. Где здесь кровать? Кровать где? Может, мне как отшельника на нос этого вот вагона кладут? Не знаю куда. Куда мне зайти-то надо, чтобы поспать? Грёбаный поезд. Не, ну здесь вряд ли. Это тупо было бы очень. Как же здесь темно. Сейчас найду. Найду, где спать можно. Артём, если надо отдохнуть, давай. Но постарайся поскорее. В порту тебя ждут. Ждали? Ждали не меня же? Оружие, цацку, какую найдешь. Могут еще подождать. Там, сразу поставить попробуй. В рюкзаке весь инструмент есть. Туда можно залезть? Экспресс. Артём, мы на позициях. Ждем. Где вы? Тик-так. В смысле, с той стороны? Наоборот, там? Ну, окей. Я думал, в ту сторону надо идти. Типа там мост же. Ну ладно. Тогда мне нужно назад немножко. Там был где-то проход по вагонам. Да это что такое? Артём, наши пор с длинной дорогой пошли. Типа вот так вот, да? Ну ладно, пошел тоже к ним. А что-то не хватает здесь. Как-то пустовато стало. А где вагоны-то? Их унесло течением, что ли? Чуть не понял. Я ж почему-то передвигался туда. Не понял. Что за прикол? Я ж тут выходил.
И мы были до моста. А как они все приехали? А, значит, они починили поезд. Точно, блин. То есть мне наверх сейчас. Там перебежать. Вон вагоны, я их вижу. Все, нашел. Нашел дорогу я туда. Тут, правда, крюк такой делать приходится. Ну что ж теперь. А значит, моя версия того, что мы удачно сломались, не подходит. Мы сломались неудачно. Здесь бы мы ничего не подсоединили. А вон там можно, пожалуй. Блин, какая-то иллюстрация, как уехать из Саратова. Очень сложно. Так, сейчас мне надо в будку забежать, поспать-то. Потому что там я знаю, где спать. А здесь нет. Ой, какая-то аномалия. Вон. Бегут за мной? Не бегут. Я им надоедаю. Так, может потом на побольше понаделать? Хотя хрен его знает. В какой-то один прекрасный момент меня могут все отнять просто. Ой. Все, наконец-то до дня доживу. Кстати, ночь не такая уж и темная. Я не знаю, что тут свет дает. Но он как-то очень хорошо действует. Как он легко встает. Один, во-первых, будильник. С одного будильника он встает. Это во-первых. Так, все, меня ждут, надо идти, наверное. Вон туда куда-то. Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. Какой кран? А, вон, вижу. Окей. Окей, вижу тебя. Сейчас приду. Может быть, не тебя, но вижу. Как-то подняться тут теперь найти. Эта проблема тоже значительная так-то. Кто-то стреляется. Так, никто не выскакивает, нет? Хорошо. Так, опять какие-то пауки активные. Это просто невозможно. Смотри-ка, что делают. Просто моментально начинает меня это. Уйди. Так, убери зажигалку. Зажигалки всякие. Они что, разлагаться начинают? Это же того чувака, по-моему, я убил. Тут зомбак ходил. Так, на кран мне надо подняться как. А мы сама будем убивать? Так, во, вижу лестницу. Окей. Ага, вижу. Тоже там живодеров. Стреляет в нелюдей. Зомбаков, которые для обычного народа. Ходячих для фанатов Walking Dead. Ага. Да иду, сейчас подойду. Че ты шепотом точно говоришь? Я уж шепчуться не собираюсь, нормально все. Как будто нас кто-то заметит вообще отсюда. Да, привет. Пропажа ты моя. Ох, кто бы говорил? Пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась. Не молодец, а молодцом. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, главное, что там и рака легких не было. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если это ты про этого, дурачка? И? Охраны человек 15. Четверо утрапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Окей. Слева от ангара. Прием. Мне
Связь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Ну, убить Артём, его и все. В общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артём командир, ему и решать. Эти люди... А Артём командир, делают. Понятно? Артём управляет Артём, Андрей, может, поэтому... Артём, дождёмся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснёт. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Блин, серьёзно? Ну ладно, давай. Блин, я тут разобьюсь сейчас. А как отсюда выбраться потом? Это что? Ну-ка, дай посмотреть. Так, Е... Какой-то темный калашик такой. Не, вот этот получше выглядит. Я его своими руками делал. Чтоб так разбазаривать. Что? Где? А, свет? Ладно, ждем ночи. Только что ждали дня, теперь ждем ночи. Чего туда-сюда наглядывать, да? Артем столько не спал никогда в жизни. Это, наверное, самые золотые его дни. О, закат. Неплохой, кстати. 12. Луна встала. А чем еще будем мост отбивать, да? Командира взять надо. Чего ты так всю ночь стояла? Отдохнулся? Ну, самое время. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и Идиотом возвращаемся на Аврору. Артём и Князь с Крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем. Окей. Хорошо, что ты мой план так говоришь. Я же командир. Мне за ней идти или что? Куда ты? Так, я, видимо, мы лодки собираемся отбить. Так, как там Night Vision? Ой, фу. Какой ужас. Какой ужас. Забавно то, что они говорят, то, что ночью получилось все идеально. Так, а стоп, а как там с фонарик заряжать? Чё? А что там в Астрахани вообще? Ну что, рынок один, сам-то город того. Всё, зарядился? Уходи. Ну и как, река очистилась маленько, торговая артель собралась. Я тоже там начинал. Думаю, где-то здесь, с этой стороны, можно будет, наверное, спуститься. А чего там-то? Прыгать нельзя сейчас. Опа. Потому что засранец идет рядом со мной. Вот и лестница. Отвернись. Отвернись, у меня стелс. Не мешай. Уходи. Так. Слишком ярко как-то, да? Мне нужно найти командира их и связать их. Они-то если сдадутся. Что-то, мне кажется, я рано его убил. Очень рано. Здесь есть кто? Это кто? Это наши. Вечно как-то сунуть, так
О чем говорил дождаться? Но здесь я не пройду. Вообще никак. Там кто-то говорил, что по-тихому нужно какой-то подвал залезть. Значит, подвал надо искать. Но это как-то нет, наверное. Есть идея, как пробраться? А? Да-да-да. Ты кто? Тихо. Там минус один уже. Нам нужно куда-то пропасть-то. Лодку взять? Уселся. Что-то они не особо спят-то, я смотрю. Куда стоять? Ляг здесь, тебя там не видно. Так... Я пытаюсь. А где тень-то? Может, этого чувака тоже убрать? Деревья какие-то рубят. Я где-то статью читал, что деревья кричат. На каких-то волнах там. Ну не получилось по-тихому. Не получилось. Что я тебе сделаю? Не стелс не мое. Опа, где он? Тихо. Где еще? Пацаны, я не хотел вас убивать, если честно. Ну, чё вы такие внимательные, а? Ой, попал-то. У неё снайперка, что ли? Как она так стреляет? Где? Где-то вот здесь. Хорошо. Хорошо. Там не нужен санитар, там голова. Что это? Что это? Внимание! Зато, может быть, по стелсу получится. Не, ну это фигня какая-то была. Я не умею это играть, такие игры по стелсу. Киберпанки получалось. Некоторые миссии проходить по стелсу. Здесь не получается. Меня всегда замечают здесь. Как пройти по маленькой дорожке? Вот. О, кстати, по стелсу, возможно, будет. Держись в тени, говорят они мне. Хорошо, сказал я себе. Не поворачивайся только. Ты, блин, громче кричи. Серьезно, они меня так не видят? Ну тогда ладно. Да уж повезло. Как я смотрю, дома, а не место. Сука. Капец, конечно. А, вот лестница-то есть. А как-то попасть? Они с фонариками ходят, это беда. Выруби фонарик. Ну, окей, ты не особо внимательный, я смотрю. Можешь не вырубать. Ты... Людей теряю! Вижу,
Ну а чё ж теперь? Блин, так не дело. Убит? Как они бегают резко. Окей. Где он? Где, где, где? Куда ты стреляешь-то? А, все, они сдаются, видишь? Видишь, они сдаются. Баржи зачищены. Осталось захватить трубку буксира. Гребаные стелсы. Мне патроны нужны, всякие компоненты, поэтому я вас просто так вот. Мало ли что полезное есть у вас. Что это? Это электричество? Почему? Может, все, уже стелс обломился. Ничего не выходит по стелсу. Что это было? О, свинка. Опять как будто музыка, как будто по стелсу мы играем. Я тебя... Я просто собираю всякие компоненты. А почему они все вдруг решили сдаться? Почему-то их много больно, а они такие, сдаемся, сдаемся. Сколько их тут? Я уже четвертого вырубаю. Ну, по идее, моментально просто выводил из строя их, поэтому, может, поэтому. Поэтому, может, поэтому. Эта фраза классная. Так. Раскинулся. Я возьму у тебя прицельчик, походу. Тут стреляет. Не стреляй. Зачем ты стреляешь? Да я о том же, поэтому и говорю, зачем ты стреляешь. Я оружие бросил. Не буду стрелять. Я не стреляю, все тихо. Вот так я тебя просто вырублю и все. Ты поспишь, тебе хорошо, и мне нормально. Так, следующий. Да что такое? Так, наверху кто есть? Не знаю. А, я там кого-то убивал, надо залезть. Вот, вообще все анимации очень классно выглядят, но карабкание по лестнице не очень, оно какое-то резкое. Остальные вроде все огонь. Прям вообще топочка. Блин, не то сделал. Тара-тара. Давай, разбейся еще тут с высоты 2 метра. Так, вот этот, может быть, был главарем. Поэтому я его убил, и он все. Ты сдаешься? Не убивайте, я могу заплатить! Или товар! Товар, товар возьмите! Какой товар? Спокойно, свои! Мы не хотели никого убивать вообще-то. Там четверми, по-моему, обошу. Четыре человека. Отлично сработал, Артём. Да. Артём, наши все в порядке. Ты молодчина. А могли быть нет? Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну, ну и что я тебе сделаю-то? Готовимся к отплытию. Да уйди. Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, зажал меня в углу. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Давай, пока. Поплыли мы. Давай, вперед, ура! Заводи шарманку. Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покимали. На мост тоже собрать. Да, давай, пока. Увидимся на там берегу. Все машет? Нет, уже не машет. Их. Загрузка. Загрузка. Ой, пейзажик, кстати, неплохой. Ну-ка, дай-ка я это сфоткаю. Артём, князь, пока никто не говорит ничего. Рот не раскрывает. Вот там, видишь, на верхотуре самый костёр. Да. И?
Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Молельня. Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Опять стелс, что ли? Да не хочу я по стелсу проходить, что мне каждая игра навязывает это? Ладно, Dishonored, там игра подстроена под это. Держи конец! Но здесь-то чё? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, погнали. Того и тапки. Удачи! Тапки? Мы за тапки сражаемся? Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать? Нифига ты скарабкаться умеешь. Жестко. Явились ведь, как отец Сланти говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как-то за утренний не был. Не был. Да при... Где тут свет? Пошлет святой отец демонов искоренять. Ну рано. А что мне надо сделать с ним? Расскажите, что было? Ладно уж. В общем, паладин. Наши по лодкам и туда отца спасать. А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоруженных, кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял. Так и еретик. В смысле, блин? И Катька эта ведьма с отродьев своим сбежала. Говорят, у еретиков ее видели. Думаешь, нападут они? Да кто их знает? Это же еретики, царь рыбы их возьми. Как будто в Assassin's Creed первый погрузился снова. Чем бы убивать только одно слово нехристи? В смысле, я всех спас же, которые сдались. Зачем мне убивать их было? Сюда что ли? О, здесь можно пролезть. Склад бумаги. Фига, по стелсу пока идет. Хорошо. Я чего вообще? Семен-то не вернулся. И Кирилл с ним сгинул. Такие ну. Подвижники, брат, не возвращаются. Да и нехристи там хуже демонов. Их и боюсь. Мне-то многого не надо. Одного бы изгнать домой. А тут они... Что? Что? На все воля Божья. Это да, на все воля его. Стоп, они фонарики используют из огня? Как тут не переживать? Очкарик-то рванулся, упокой, Господи, его душу. Хоть и не на демона ходил. Ну, знаешь, не на демона. И еще неизвестно, что сейчас хуже. Из дома рыбы уже месяц, как никто не возвращался. Можно подумать, от демонов часто возвращаются. Ну давай, я тоже с тобой. Вдвоем точно справимся. Не выдумывай. Сам как-нибудь. С таким устройством ни читать, ни шить вообще ничего нельзя делать. Почту. Только не поворачивайся сейчас. Не поворачивайся, говорю. Мне сюда надо или туда? Так, тушим свет. Неужели получится по стелсу пройти-то? Так, сюда я не пойду. Там опасно. Наверное, сюда все-таки вниз прыгать. Блин, как тут страхово-то. О, они рыбачат, что ли? Нифига себе, на такой высоте. Рыбачат в натуре. Так, есть два варианта. Опять наверх идти, либо на ту сторону. Сейчас посмотрим. Я вот думаю, все. А чего им еретикам этим надо?
Чего к нам лезут? Да что тут думать? На ту сторону хотят, как все. И? А чего им на той стороне? А я ведь не молчу. Как отшилы. Брат, все лучшей жизни хотят. А хорошо, где? Где? Где нас нет, вот где. Логично. Мы же праведники, отец Силанти с нами. Блин, все-таки мне кажется, сюда надо идти. Это что получается? У еретиков. За благословение твои великие, Господи, мы недостойные рабы твои. Тебе. Все, это замолчи, не могу это слушать. Где? Да везде. Смотри, у тебя глаза молодые. Там что-то дороги особо не вижу я, поэтому сюда, наверное, идти. Понял. Чего тут не понять? А все равно, почему у еретиков хорошо? Кому хорошо? Непонятно. Тихо. Так, расходится. Это что? Это что там за чертовщина? Господь милостивый и справедливый. Защити нас. А почему я их не могу унести куда-нибудь? И от дыхания его, и от искушения его. Меня заметили там. Тушим огни. Да что ты падаешь с лестницы-то? Ты заколебал. Не, сюда бестолково вообще идти было. Наверное, все-таки в ту сторону надо было. О. Что-то здесь вообще не вижу дороги сейчас. Если честно, вообще не вижу сейчас дороги. Как мне пройти на ту сторону, куда-то там? Но я уже близко. Я почти в круг попал. Но, блин, правда, по стелсу это не так уж и близко. 42 минуты, кстати. Я думал, больше уже. Ладно, сюда пошли. Мне кажется, сюда все-таки можно. Едикам убегла. Будет колдовать там с отродьем своим. Он один? Ты нахрена ногой-то упнул? Ногой-то больно. Нашел дорогу, что-то я забыл про путь. Самый лаконичный был, но почему-то я на нее не обратил внимания. Вот так бы всегда. Тихо, спокойно. Никаких тебе проблем. Да. Что за тупик? Куда идти-то? Непонятно. Погоди, что за хрень? Херь, куда? Это лифт? Ну, если это лифт, то сюда, наверное. Так меня же услышат, нет? А, он очень тихий, нифига себе. Я почти на месте. Где стелс-лифт. Я по стелсу прохожу. Я никого не убиваю. Ой, мать. Так, секунду. Секунду. Мне здесь нравится. Как там вверх? Q. Эй, камера, успокойся. Так. Скрыть интерфейс. Вполне себе. Кстати, людей меньше стало, после того, как скриншот сделал. Уцелело, и подкупно шли приют, верные Господу. И Господь, фига, как он спрятался, как раз удобно. Сорян! Но я его не убивал. Как говорится, его убила гравитация. Я фонарь врубил. Я фонарь врубил. А пуще прочего, отвергайте лихитрость дьяволову.
Тот электрический проклятый подарок лукавого глупцам! Бля, серьезно? Будто стали превыше Господа и превогущественнее Его! Истинно! Фух! Фига тут я, Человек-паук! Ух! Чего-чего, а вот паркура в метро я не ожидал. Так, мужик идет какой-то. F5. Блин, как можно еще тупее придумать религию? Славься, рыба. Окей. Ибо настал наш час! Что за тень там такая? Аминь! Какая тень? Аминь! Там кто-то был, что ли? Разить слух нечистого, без собственных и сожаления! Блин, как много народу здесь. F5 надо нажать. F5. Ай, горячо. Тушись быстрей. Он упадет еще, я не буду его трогать. Бля. Дай пройти. Ну и вот и все. Смотри, какой молодец. Дай-ка F5 нажму на всякий случай. Окей. Приди, царь рыба. Приди, царь рыба. Стоять. Стоять, все. Слушайте, мы здесь просто проездом, Коля. Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А Катерина? Князь, успокойся. Не беспокоит, понял? То, что Катерину с пути истинного сбили за то Бога, сами прощания просите. А вот за то, что божьих армцев безоружных убивали, так за то гореть вам оттуда скачание веков. Я безоружных никого не убивал. Что ты несешь? Что, серьезно, стрельба? Ой, нет, огонь! Мне за тобой приглядывать сказали, нельзя. Нельзя, мне за тобой приглядывать надо, слышишь? Куда ты прыгаешь? Стой! Нельзя! Ай! Ну, конечно. В смысле, а князь? А князь что-то не прыгнул. Серьезно? Мельник! Стоять! Мы князя бросили! Блин, серьезно? Мне же сказали за ним приглядывать, сейчас опять начнет он выёживаться на меня. Он по любому поводу начинает на меня что-то мозги капать. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире. И не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. Стоп, а если бы мы... А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро.
где людям также задурили голову нелепыми догмами, мол, весь мир мертв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война еще идет. А тут электричество – грех. Такая же нелепость. Конечно, что за бред? Электричество – грех. Ну, вообще, на самом деле, какую-то херню выдумали. Вот с этими фонарями их импровизированными, которыми вот огонек такой пылает, но это небезопасно вообще. Во-первых, они случайно могут себе волосы поджечь. Ну, ветер подует с той стороны и... Блин, черт. Так, ну, я предлагаю лучше сейчас закончить, потому что, ну, типа, 51 минута, а там сейчас начнется болтовня очень большая. Поэтому на этом надо закончить. Ох, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и в комментарии спускаемся, чтобы описать то, что происходит, что вы думаете по отношению к этим сектантам странам, у которых электричество — это грех. Как... Очень важная тема, кстати, о том, то, что как вам нравятся вот эти фонарики, вот, что вы о них думаете. Это прям интересно будет. Всем спасибо и всем пока.